Ежегодно тысячи паломников устремляются в Одинцовский округ. Елисаветинский крестный ход привлекает многих. Торжественное богослужение в память о преподобном мученице Елисаветы возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Жизнь Елисаветы является для нас примером, а ее смерть напоминает о том, что когда-нибудь и наш жизненный путь прекратится, и неизвестно как. И с верой в Бога нам нужно быть готовым ко всему и нести свой жизненный крест, потому что жизнь наша продлится в Царстве Небесном, сказал в рамках проходящих мероприятий митрополит.